Здравствуйте, дамы и господа. Сегодня я вам хочу показать, как отмечается праздник Хэллоуин в русской семье. И оригинальный наш стол. И не только стол. Декорации. Тарелка с червями. Отрезанные человеческие пальцы. Летучие мыши. Тыквы. Зубы человеческие. Бокалы с кровью. Со шприцами. Вы только посмотрите на вот эти руки. Как они вам? Челюсти. Грязные ушные палочки. И что самое интересное, они съедобные. Как же Хэллоуин без тыквы, которая так злобно улыбается. Летучие мыши на шкафу, шарики и та-да-да-дам, стол. Самое главное торжество. Кости. Человеческие кости. Паучий салат. Улыбающиеся бутерброды. Бутерброды в виде гробов. Есть, которые грустят, которые злятся. Еще летучие мыши. Печенье. Человеческие ребра. С сердцем. Человеческая рука. Еще немного пальцев. Совсем чуть-чуть отрубленных. И змея с тараканами. Вот такой вот, дорогие друзья, стол в русской семье на праздник Хэллоуин. Как вам? Комментируйте. А самое еще главное, паук, который затаился вверху. И так и ждет, чтобы прыгнуть сверху на кого-нибудь. Вот такой вот стол в русской семье на праздник Хэллоуин.